Hi, my friends. We continue our playlist. Итак, друзья мои, мы, помните, говорили с вами о правиле двух глаголов, что в общем случае ставим to между двумя глаголами. Например, я хочу знать английский язык как носитель языка. Мы с вами скажем I want to know English как носитель языка. Like a native speaker. Like переводится как нравится, и like также как в различных сравнительных конструкциях. I want to know English like a native speaker. Видите, два глагола желаем с помощью to. Но на самом деле так не всегда. Так не всегда. И есть также глаголы. Значит, смотрите. Значит, первый случай, когда у нас два глагола разделяются с помощью to. Verb plus to plus verb. Есть случаи, когда после глаголов идет инговая форма. Например, я обожаю изучать английский. I enjoy learning English. Только так, только с инговой формой можно сказать. Мы эти сами глаголы смотрели. Смотрите, освежайте в памяти, повторяйте. То есть глаголу требуется инговая форма. Получается verb plus verb plus ing. Есть глаголы, которые не разделяются с помощью to, как здесь, и после которых нет инговой формы, они идут сами по себе. То есть схема такая: verb plus verb. Что это такие за глаголы? Значит, здесь попадают такие глаголы, которые называются модальные глаголы. Modal verbs. Modal verbs. Что такие за глаголы? Это глагол мочь, уметь, can. Например, я могу или я умею говорить по-английски. I can speak English. I can speak English. To не нужно после can. I can speak English. Далее. Должен. Must. Я должен закончить это вовремя. I must finish it on time. I must finish it on time. Далее следует should. Тебе следует тратить больше времени на это. Тебе следует. You should тратить больше времени. Spend more time на это. On it. You should spend more time on it. Далее. Есть такой глагол мог бы. Could. Could. Например, ты мог бы помочь мне. Мы говорим, это относится к настоящему времени, то есть мог бы помочь сейчас или в будущем. Мог бы. Получается, you could help me. You could help me. Ты мог бы помочь мне. Есть и другое значение could, мы с вами тоже об этом вскоре поговорим. Но мог бы. Это, соответственно, настоящее время, now или future, или же будущее. Или now по-другому означает present или future. You could help me. Ты мог бы помочь мне. Можно добавить, например, ты мог бы помочь мне сейчас. You could help me now. Далее. Модальный глагол be. Be будет would. Я бы сделал это. I would do it. I would do it. Я бы сделал это. Итак, повторим. Verb plus to plus verb. I want to know English like a native speaker. Verb plus ing.
I enjoy learning English. Verb plus verb. Modal verbs. Can. I can speak English. Must. I must finish it on time. Should. You should spend more time on it. Could. You could help me now. Present and future. Would. I would do it. Далее. Модальные глаголы возможно. May или might. Ну, как видите, формула очень простая. Если посмотреть на эти глаголы, там can, must. Далее, что мы с вами еще посмотрели? Should, could, would. Ведь здесь еще may, might. Просто используется сам глагол. Plus verb. Все. Вот все правило. Без всяких to. Это возможно произойдет. Это возможно произойдет. It may happen. Или также возможно it might happen. It might happen. И так встречается. Обычно, мне кажется, употребляется may, но might тоже встречается. It may happen. It might happen. В принципе, кто не знает модальных глаголов, можно было по-другому сказать. Можно было сказать, возможно, это произойдет. Вот, возможно, есть такое слово maybe. И после maybe используется обычное будущее время. Maybe it'll happen. Maybe it'll happen. Если именно модальная конструкция с модальными глаголами, то модальный глагол и сам глагол без всяких will. It may happen. It might happen. Далее. Также иногда относится к модальным глаголам глагол нуждаться, need. Но здесь после need используется to. Например. Мне нужно уйти из дома. I need to leave home. I need to leave home. Значит, это основное, что касается модальных глаголов. Также еще, что касается прошедшего времени. Давайте такую черту сделаем. Что касается прошедшего времени. Значит, past. Значит, мы с вами должны знать, что в прошедшем времени. Значит, давайте про глагол can поговорим. Например, я могу говорить по-английски очень хорошо. I can speak English very well. I can speak English very well. Прошедшее время. Could. Я мог говорить по-английски очень хорошо. I could speak English very well. Но смотрите, у could два значения. Could два значения. Видите, первое значение это прошедшее время. Давайте сравним как раз два предложения. You could help me. То есть два значения. Это может переводиться. Значит, соответственно, ты мог бы помочь мне. Имеется в виду сейчас, now, или позже, later. И второй вариант. Ты мог помочь мне. Имеется в виду в прошедшем времени. Ты мог помочь мне. Ты мог помогать мне. Past. Обычно, чаще всего используется именно на самом деле прошедшая форма could. Например, я мог сделать это. Вы скажете I could do it. Я мог сделать это. I could do it.
И также может переводиться «я мог бы сделать это». I could do it. То, что имейте в виду. Итак, давайте с вами повторим нашу конструкцию. Can, must, should, could, would, may, might plus verb. May or might. It may happen. It might happen. Maybe it'll happen. Need to. I need to leave home. Past. Can, could. I can speak English very well. I could speak English very well. I could do it. You could help me, now, later, and you could help me, past. И еще один важный момент. Видите, мы сами сказали, что need to. Видите, нужно. Также еще одно исключение. Еще используется have to, должен. Обычно мы говорим должен, соответственно, have to, must, точнее must, но have to тоже встречается. Например, скажем, я должен вставать очень рано. I have to get up very early. I have to get up very early. Я должен вставать очень рано. Have to мы используем не потому, что мы сами хотим, а потому что мы должны это в силу каких-то обстоятельств. То есть вряд ли кто-то сам хочет вставать очень рано, но он должен. I have to get up very early. Например, кто-то говорит, я должен носить школьную форму. I have to wear a school uniform. I have to wear a school uniform. Что касается прошедшего времени, должен, соответственно, must или have to, то это had to. Я должен был позвонить ей. I had to call her. Я должен был проверить это. I had to check it. I had to check it. Я должен был все контролировать. I had to control everything. I had to control everything. Итак, отлично. Но в любом случае вы должны иметь представление о модальных глаголах, потому что если они у вас встретятся, без to не удивляйтесь. Здесь, конечно, уже просто будет нарабатываться практикой. Have to. I have to get up very early. I have to wear a school uniform. Must have. Had to. I had to call her. I had to check it. I had to control everything. То есть, в первую очередь, следует запомнить, что есть такие глаголы, после которых правило двух глаголов не работает. Эти глаголы как раз can, must, should, could, would. Видите, я бы. Очень часто спрашивают, как переводится would. Бы. Я бы сделал это. I would do it. И также, видите, есть другие глаголы may, might и прошедшая форма. Видите, can, could, must, have to, had to. И обращаю внимание на глаголы need to. Иногда разбираясь с помощью среди модальных глаголов need to, с помощью to и have to. Это нужно знать. My friends, thank you. We continue our playlist.